Здравствуйте. Здравствуйте. Не так давно новгородские журналисты встречались с вашими коллегами из Верхней и Нижней палаты парламента. У вас на этой встрече не было, они очень долго сетовали на это. А как часто вообще бываете у нас в области? Ну, очень жаль, что меня не было на этой встрече. Я бываю здесь часто. Я очень рад, естественно, приезжать сюда. Я работаю в трех регионах. Это Великий Новгород, это Вологда и Тверь. Я вот несколько дней назад поздравлял жителей города Бежецк в Твери. А история города Бежецк из Новгорода – это первые беженцы, которые ушли с Новгорода и поселились в Твери. Значит, вот Тверь практически тоже является продолжением Новгорода. Да, новгородские земли, кстати, простирались и на Вологодщину. Конечно, конечно. Это все одно, одно и то же. Это основа Руси. Почему я люблю Новгород? Потому что в любом случае это люди. А вот, наверное, это на генном уровне это все осталось в людях. Вот это замечательные, чистые люди. Причем они отличаются вот там от южных наших окраин, там немножко другие люди, где я родился, допустим, там вот здесь вот этим. А чем они отличаются? Если чуть ну, это характер, наверное, характер, чувствительность людей. И я думаю, что здесь очень такие взвешенные, они не спешат делать какие-то решения сразу же, продуманные люди. С другой стороны, здесь очень вольные, такие сильные духом люди. Их склонить куда-то там сложно, потому что они убежденные. Убежденные в своей правоте, убежденные в себе. Нет, упертость – это другое. Это другое. Немножко нет. Вот именно вот это вот вече, которое здесь происходило, оно не просто так происходило. Здесь вот это заложено было. Алексей Васильевич, вы работаете заместителем председателя комитета по науке и наукоемким технологиям, и поэтому мой первый вопрос касается вот это, как раз этой темы. В преддверии 1 сентября давайте поговорим о нашем образовании и о нашей науке. Наука и образование – это основа, на котором держится любое государство. Это первое, да? Потом культура, естественно, который вытекает уже из образования и науки. Это тот стержень, на котором будет существовать любая страна, любое государство. То есть государство должно вкладывать в развитие человека? Обязательно, обязательно. Потому что это основа. Человек – это основа. Мы должны для этого делать. Так же, как семья. В семье, вот, если ты хочешь, чтобы у тебя было продолжение твоего рода, если ты думаешь о своих детях, ты в первую очередь должен дать им нормальное образование, постараться все сделать для этого. Ну, естественно, воспитание. Естественно, воспитание. Сегодняшнее, так сказать, бесплатное образование, к сожалению, у нас очень плохое. Количество школ сокращается. Так, допустим, за 10 лет, если мне память не изменяет, то, по-моему, около 120-130 школ в Новгородской области вообще закрылись. Значит, многие школы находятся, к сожалению, в тяжелом состоянии. Там много лет не ремонтировались, очень много денег надо вкладывать в
то, чтобы эти школы были приведены в соответствующее состояние. Количество учителей тоже заполненных школ не соответствует нормам. По статистике средняя зарплата учителя составляет где-то около 30 тысяч рублей. Но где я только не встречался, с учителями не говорил, все удивляются, потому что никто таких зарплат средней не видит. Не так давно широко обсуждалось высказывание Дмитрия Анатольевича о профессии учителя. Для вас профессия учителя что это? Мы должны понимать, что вот без такой профессии, как учитель, мы не поднимем страну. И мы должны заботиться именно об этом. Если у нас каждый учитель пойдет и будет заниматься бизнесом, там, то страна у нас умрет. Этого нельзя делать. Это забота государства. Еще раз говорю, врачи и учителя – это вот то, что делает наше общество умными, сильными и здоровыми. Конечно, надо проводить серьезные преобразования в Министерстве образования. То, что сегодня мы идем по западному образцу, двухступенчатое образование ЕГЭ, так называемый, который нам больше калечит учеников, чем дает им нормальную оценку их образования. Дальше двухступенчатое высшей школе у нас студенты. Мы тоже этого не очень хорошо понимаем, что это принесло, что дало нам. Вот. Ну и, конечно, бесплатность и доступность образования. Есть очень много вопросов. Поэтому вот каждое 1 сентября мы все, жители не только Новгородчины, всей страны, мы должны понимать, что нам отступать дальше некуда. Это серьезная, серьезная федеральная реформа. Мы говорили о школе, но такое же положение и в науке. Сегодня недофинансирование науки огромное. Допустим, по сравнению с тем, что было даже в конце времен Советского Союза, сегодня финансирование науки сократилось в 20 раз. В 20 раз. Можно себе представить? В 20 раз. В 20 раз. А мы сегодня перешли в такой, будем говорить, пятое технологическое поколение. Эволюция происходит в науке, в экономике, в технике. А время между эволюциями резко сократилось. Мы видим, как меняется там, я не знаю, бытовая техника. Да? Раньше купили телевизор, и телевизором можно было пользоваться там, 10 лет цветным телевизором. Сейчас телевизоры меняются, это 2-3 года модель устаревает. Мобильные телефоны вообще мгновенно все это происходит. Это просто я на уровне бытовой техники привожу пример, как быстро меняются все эти процессы. И сегодня без развития науки у нас не будет развития технологий. Значит, мы, страна скатится вниз, и мы не сможем конкурировать с передовыми странами, где в развитие науки вкладываются колоссальные средства. Да? После того, как распался Советский Союз, большое количество ученых уехали просто из страны. Сегодня надо сделать все, чтобы эти ученые возвратились. И сегодня, кстати, я бы так сказал, наверное, я со многими общаюсь. И сегодня вот такая, будем говорить, политическая ситуация в мире, она как бы сказывается и на ученых. То есть они сегодня лучше, тем не менее, относятся к нашей стране, и они
получили дополнительные, может, какие-то знания, дополнительный опыт. И сегодня стремятся, хотят, или, я бы сказал, готовы вернуться в Россию и продолжить здесь работу. Но для этого нужно создать условия. Условия для работы, условия для, их научной деятельности. Но, к сожалению, по вот существующим планам, перспективам нашего правительства, ну, подразумевает дальнейшее сокращение рабочих мест наших ученых. Так, более около 10,5 тысяч рабочих мест должно сократиться, в том числе даже в таких передовых научных учреждениях, как, допустим, Курчатовский институт. Представляете, там где-то больше, чем 1000 человек планируется сократить. Это, конечно, во многом катастрофа. А та реформа, которая проводилась, она где-то в какой-то степени систематизирована, отделила ученых от администраторов. Там создан российский научный фонд. Кстати, я там являюсь попечителем, 17 человек, попечительский совет российского научного фонда. Он определяет направление развития науки. Я состою в этом попечительском совете. А вся, будем говорить, техническая база, там здание, все отошло в организацию ФАНО. Сегодня вот проводится реформа, ну, по согласованию Академии наук и президента. И немножечко это... для чего это все делалось, Алексей Васильевич? Тот исторический период, когда мы переходили от одной экономической фазы, там, строительства одного общества в другое, произошла вот эта вот ломка. И мы вот в этот период потеряли очень много, в том числе и наука. Наука никому не была нужна. Помните, это я говорю о 90-х годах. Вот. И вот в это время как раз произошел вот такой большой падение вниз. Наука у нас сильно очень постарела. Вот. Ну, будем надеяться. Вот сейчас какие-то такие вот есть, ну, будем говорить, какие-то появились точки роста. А где вы видите эти точки роста? Я бы сказал, что вот немножечко меняется больше в голове у людей, у молодых людей, да, как бы более престижная стала профессия инженера, да, больше стало каких-то таких, люди молодые пошли в какие-то профильные институты, университеты, вот, и это, наверное, такой вот, ну, большой прорыв. Если мы только будем там переживать, что вот здесь плохо, надо действовать, надо строить новые предприятия, надо, ну, вот это же опять 90-е годы, знаете, легкие деньги, там все стремились там где-то заработать, никто не думал, и государство, правительство не сильно заботилось, не было нормальных программ развития страны, а здесь должна быть такая последовательная политика, ну, допустим, как Китай, вот на примере Китая, очень хороший пример, они там последовательно все выстраивали по всем отраслям экономики, они создавали предприятия, а мы только то, что сверху лежит, можно быстро собрать, хорошие, это, тем более, если цена на нефть там $100 за бочку, то почему? Зачем что-то делать, что думать? Чем меньше рабочих? Мы здесь подняли с земли там стоимость нефти, там подъема $7. Как вы полагаете, почему китайцы могут, а мы не можем? Да мы тоже можем. Почему мы не можем? Мы все можем. Мы можем лучше, чем китайцы. Потому что не делаем. Вот надо делать, и все. Должны быть стоять везде инициативные, умные, образованные люди.
Вот все начинается со школы, со школьной, с 1 сентября. Вот вы начали разговор с 1 сентября. Вот с 1 сентября начинается решение всех вопросов. Если разложить, ну, довольно приблизительно условно наш государственный бюджет, то получается у нас треть – это оборонка и правоохранительные органы, где-то там 20 с лишним процентов – социальная политика, 13% – это экономика, поддержка, где-то в совсем хвосте 3% и 4% – это здравоохранение, да, и образование. Да. Как нам изменить эти пропорции? Ну, считаем, вы что… Какие бы пропорции бы… Пропорции, вот, да, минимальные пропорции, от которых должны быть – это 6 образования, 6 медицина, причем надо убрать оттуда деньги, которые идут на фонды обязательного медицинского страхования, поменять вот это и в частные страховые компании, куда уходит 45% всего бюджета. Угу. Вот. И бюджет на науку и образование довести до минимум 8%. Минимум 8%. Вот. И деньги для этого у государства есть. Их нужно только поднять. И для этого в первую очередь нужна, опять же, политическая воля. Потому что это те деньги, которые вкладываются на перспективу. Конечно, конечно. Продолжая тему образования, Ольга Юрьевна Голодец у нас, заместитель председателя правительства, этим летом сказала, что не нужно нашему населению 65% иметь диплом о высшем образовании. Достаточно будет и 35%. Как вы относитесь к такому высказыванию? Что это значит? Вот для меня, как для мамы абитуриента 2017 года, это причина для волнений? Будут сокращаться бюджетные места? Вопрос очень непростой, да? С одной стороны, у нас явная нехватка среднетехнических специалистов со среднетехническим образованием. У нас нехватка рабочих специальностей. Да, вот они просто пропали сегодня. Открываешь где-то предприятие, даже предприятие открывается, рабочих мест нет. Вот планировать можно здесь открывать вот такое там, ну, допустим, радиотехническое предприятие или нет. Если здесь когда-то исторически были такие специалисты, то это можно делать. Если нет, то очень трудно найти каких-то там специалистов той или иной отрасли. Смотрите, раньше было какое количество у нас училищ. Сегодня их практически не стало. Вот, поэтому все пошли, стали создаваться огромное количество различных университетов с сомнительным качеством образования, которое они могли дать. Мы стали растить несметное количество банкиров, юристов, каких-то экономистов. А нужны они были стране? Не нужны в таком количестве. Поэтому это тоже были перекосы в образовании. Сегодня, ну, количество вузов сокращается. То, что вы сейчас задали вопрос о бюджетных местах, вот это очень серьезный вопрос, который у нас, к сожалению, не решается. Раньше по статистике было примерно 175 бюджетных мест на 10 тысяч жителей, населения страны. Вот на 10 тысяч жителей. Абитуриентов или просто жителей? Жителей, просто жителей. Ага. Просто жителей. Считалось такая, вот так велась статистика. 10 тысяч жителей, и на 10 тысяч жителей 175 бюджетных мест в высших учебных заведениях. Сейчас взяли и пересчитали. И сказали, что на 10 тысяч жителей, но в возрасте от 17 до 30 лет, должно быть студентов 800 человек. Не сказано, каких, на платных или бюджетных. 800. Видите, просто пересчитали. И, с другой стороны, там чиновники, я слышал так вот,
мы, значит, повысили этот норматив. Раньше на 10 тысяч было 175, а сейчас на 10 1800 студентов. Но если пересчитать вот эти цифры, то окажется, что на 10 тысяч жителей у нас становится 125 бюджетных мест. Понимаете, да? А в прежней статистике, без возрастных ограничений. А теперь, если это новые нормативы перевести на старые, то получится сокращение. То получится сокращение со 175 до 125. Вот. Бюджетные места сокращаются. Еще раз говорю. Значит, ну почему мы там, у нас Ломоносов, да, из бедной семьи был, да, вот как бы. И не обязательно у нас выдающиеся люди с рождаются такой только, выходят. Да, да. Это мне не так. Угу. Это не так. Вот. Ну и, конечно, здесь во многом, я бы сказал, региональной политики. Я недавно прочитал такую информацию, что вот в Чечне Рамзан Кадыров, он ввел такое правило, что каждому чеченцу, обучающемуся за вне территории Чечни, он будет выплачивать, правительство будет выплачивать в год до 150 рублей. То есть если он получает 18 тысяч, учась в Новгороде, да, то правительство будет доплачивать ему 132 тысячи, до 150 тысяч. То есть здесь он проявил заботу о том, чтобы кадры воспитывать. Как это уже другой вопрос, да? Ну, надо находить бюджеты для того, чтобы поднять уровень своего образования региона. Это очень важно, очень важно. Для каждого региона, так же, как для семьи, для региона, все это важно. Для страны. Вот для то, страны. Что мы говорили. 1 сентября, вы очень хорошо начали, вот завтра 1 сентября. Вот 1 сентября мы должны думать, что у нас 1 сентября, вот впереди всей нашей жизни 1 сентября. Вот 1 сентября у нас школа, высшее образование, дальше наука. Это основные вот столпы, на которых будет держаться, должна держаться наша великая страна. Спасибо большое. Пожалуйста.